Всем привет, дует ветер, довольно прохладно, вот так все серо, не могу я нормального светлого дня даже выбрать. Вот такую небольшую вам снежную город покажу вам. Там вдалеке гостиница Славутич, что-то меняют. На мосту, как всегда, пробка, мост Патона, в 60-х годах построен. Вот такая вот пробка, вот там вдалеке родина-мать. Днепр не замерз, хотя тут уже температура минус 4, минус 5 опускалась. Но съемка ведется в режиме 4К. Вот так вот. Довольно шумно. Снег не убран. Пешеходам ходить негде. И все серо, прохладно и 50 оттенков серого. Так что не забывайте под видео скачать файлы в оригинале, без пережатого ютуба. И не забывайте про подписку на канал, лайки и прочего. Всего всем хорошего, пока-пока.